Сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу 192 куста. Эксперты подтвердили, что полицейские обнаружили коноплю общей массой около 2 килограммов. Злоумышленник, местный житель 1987 года рождения, был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ярцевский в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.